27 дорожно-транспортных происшествий произошло в регионе за минувшие сутки. 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Инспекторами выявлено свыше 8 тысяч нарушений правил дорожного движения. Все подробности у Натальи Валуйской. 20 августа в Свияжском районе города Ульяновска на Московском шоссе, дом 9, в 13 часов 30 минут, по предварительной информации, водитель, 20-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение спереди движущимся автомобилем «Лада Ларгус» под управлением водителя, 66-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Ларгус», 11-летняя девочка, госпитализирована. В Тереньгульском районе Ульяновской области в рабочем поселке Тереньга на улице Евстифеева, дом 68, в 12 часов 30 минут по предварительной информации водитель, 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Фабия», при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, 69-летняя женщина, обращалась за медицинской помощью.